Во-первых, хочу поздравить Новокузнецк с победой. Хорошо играли, бились. Еще раз доказывает, что в хоккей играют не деньги, это эмоции, желания. На мой взгляд, у ребят сегодня желание было больше победить, чем у моих подопечных. Ну, будем разбираться, с чем это связано. Пока затрудняюсь ответить. А так, хорошая игра с победой. Ну, откровенно говоря, мы очень опасались после того, когда СКА проиграли в Сибири. Вот. Но я благодарен ребятам. Неправильно Андрей Викторович сказал. Иногда желание выиграть настолько срабатывает. Поэтому очень рад, что ребята не стушевались, отыграли, выполнили план, играя двумя активно. Вот. Удачно забили вначале. Вот. Концовка, но это все-таки мастеровитая команда, обладатель Кубка Гагарина. Поэтому я очень рад, что выдержали до конца. Хотя много сил отдали. Все. Спасибо. Вопросы? Андрей Викторович, со штрафом Шипачёва согласны? Ну, тяжело сказать, если игрок травмировался, конечно, удар был в спину тут. Ну, что я видел. А так решат, я думаю, без меня. Есть кому решать. Существует мнение, что из-за ухода ряда игроков СКА именно в компоненте мастерства серьезно сбавил на данный момент. Ну, вы знаете, по сегодняшнему матчу нельзя так говорить, сбавили, набавили. Еще раз, это мое, наверное, упущение. Повторюсь, тренер должен настраивать команду, это я не снимаю с себя. И опять же, не все решают в нашем спорте деньги. Это, опять же, нужны эмоции, нужно желание. Его не было в первом периоде, пол игры не было. Например, я про свою команду сейчас говорю. Потом появилось, когда счет стал 1-4, ну, уже поздно. Ноль в графе заброшенной шайбы у играющего в первом сезоне Артюхина вас беспокоит? Да. Андрей Викторович, а с чем связан при объявлении диктором невыход пятерки, ну, стартовой пятерки? Наверное, не успели просто. Что-то как-то не разобрались, наверное, ничего серьезного нет. Николай Дмитриевич, что скажете по Пустнику? Ну, я сейчас в данный момент не могу ничего сказать. Единственное, что он ушел с игры, сотрясение наверняка, поэтому я думаю, что ближайшую игру играть не будет, потому что на самом деле какой-то бледный очень был. Сейчас приду, доктор все скажет, как, что, что. У нас есть кому играть, есть Скутар, есть Камалов, есть Лямкин молодой, поэтому будем думать, у нас время есть сутки. Дарина. Много. И в то же время мало. Андрей Викторович, как относитесь к тому, что сейчас в СМИ достаточно широко обсуждают вашу манеру поведения и влияние на игроков на скамейке? От меня это не зависит. От меня это не зависит. Ну, обсуждаю, но я что могу. Сегодня приходилось повышать голос? В каждую игру приходится повышать голос. Нет такой игры, когда не повышаешь голос. Перед сезоном упоминали, что ждете прорыва в игре от Бурдасова. Вот на данный момент по стартовому отрезку, как оцените, идет прорыв? Ну, тяжело по одному хоккеисту судить. Команда проиграла сегодня, еще раз повторюсь, кого-то одного обвинить нельзя. Заиграли только, стали стараться выполнять то, что мы просили при счете 1-4. Ну, понятно, что и противник сбавил обороты, ну, увидел, что стали делать то, что я просил после того, как стал счет 1-4. Но это немножко поздно и неправильно. Если позволите, еще один вопрос. Разные сроки возвращения Ковчука озвучивались. Вы на какие сроки ориентируетесь? Тоже не знаю пока. Приеду, точно скажу. Николай Дмитриевич, не могли бы поделиться секретами, сколько вы планировали на домашний период очков взять? Вот здесь, честное слово, я... Нет. Я первый раз себе позволил сказать, что 4 планировал сыграть. Хотелось бы так, во всяком случае. Были близки, но могли ведь и проиграть. Настолько это сложно, все прогнозы. Поэтому главное, чтобы пока игра была. Понимаете, вот это. Чемпионат длинный. Задачи озвучены. Главное, чтобы ребята выдержали вот этот марафон. А там будем смотреть. Ну, а скажем так, игра все-таки... Ну, откровенно говорю, не буду лукавить. Откровенно говоря, я не ожидал, что мы возьмем очки в СКА. Сразу говорю. Ну, так получилось, знаете. Поэтому
Давайте не будем. Скажем так, какое звено все-таки на сегодняшний день или какая пятерка так хотелось бы вам, чтобы она лучше играла? Ну, вы знаете, тут больше хотелось бы, чтобы звено Коусова вносило вклад, потому что там подобраны интересные игроки и по возрасту, и по мастерству. И вот хотелось бы, чтобы они нашли свою игру. Комаристы, и Коусов и Орлов. Вот. А остальные делают все то, что они могут сделать. Давайте завершающий вопрос. Николай Дмитриевич, Капризов в первом звене играет, 18-летний парень. Не каждый тренер отважится на такой шаг, доверить столь молодому человеку место ведущей пятерки. Чем вы руководствовались, когда на это шли? Ну, во-первых, он уже до меня был в первом звене, насколько я знаю. Мальцев, по-моему, Стоу и Капризов играл, это первое. Второе, мне сейчас не настолько важно, что он играет в первом звене. Я просто хотел, чтобы этот молодой игрок вырос действительно в хорошую звезду. Чтобы в Новокузнецке еще был Бобровский, только нападающий. Капризов. Все.